Приветствую активистов! Команда «Активатики» подготовила для вас видео-семинары, с помощью которых вы легко и непринужденно будете теперь делать видео и текстовые материалы, потому что активизм должен быть эффективным и профессиональным. Первая и самая распространенная наша ошибка – это что люди держат телефон, которым они снимают, держат его вертикально. Иногда это потом, когда закачивают на сайт, иногда это лежит на боку. И это вообще смотреть невозможно. Закрепив камеру вот наверху, ее поднять, поставить задержку спуска и, например, снимать в большой толпе или снимать или показать на митинге, сколько на митинг пришло народу. Вот можно аппарат настраивать на резкость вручную так, что какие-то препятствия становятся прозрачными. Ну, вот я в качестве примеров приведу стройку на Живописной. Вот забор, сетка. Подойти ближе там затруднительно. Но хочется посмотреть, что же там происходит, что же эти люди там делают, и показать, что там ведутся какие-то работы. Если мы вручную фокусируем объектив на этих людей, то вот эта сетка, она уже не видна совсем. Видно, что там ведутся сварочные работы, например, или там какие-то еще. Затором кислорода, которым мы пишем, 22%. Вот сгорело все, вышло в трубу. И вот эти 6000 кубов воздуха превратились в воздух, в котором только 8% кислорода. У меня вопрос, дышать чем будем? Текст должен быть тоже желательно не длинный, там, ну, максимум там 1000-1500 знаков. Написано ясно, четко, безо всяких там перегруженных и длинных конструкций, сложно там сочиненных предложений, где там непонятно, кто на ком стоял, кто кого погонял. Вот. Предложения четкие, ясные, достаточно короткие. Прошло заседание Совета депутатов. Ну вот это самый упадочный заголовок, но никто не зайдет, вот, так сказать, и не посмотрит, что это такое. Вот. А если вы, допустим, о той же проблеме, но какой-то заголовок такой поинтереснее добавите, то, так сказать, велика вероятность, что все-таки прочитают, что вы там написали. Например, депутаты приняли странное решение на заседании. Вот это уже более интересно. Чем больше контент вовлекает людей в какую-то активность, да, чем больше вы стимулируете людей взаимодействовать с вашим постом, тем он лучше работает. Обхитрить как можно, да, чем больше с вашим постом взаимодействуют, тем он выше среди лент ваших друзей или подписчиков ваших соцсетей. Чем больше лайков, чем больше шеров, чем больше комментариев, тем пост чаще появляется в лентах.